Здравствуйте! Наконец-то мы дождались хорошую погоду и сразу решили воспользоваться. Я на свою сторону тяну одеяло, папа на свою. Мне скорей ребятишек поддержать, накормить вкусно, папе стайку построить. В общем, у всех свои дела. Парни помогают папе. Девочки помогают по хозяйству маме. Оу! Плохие новости? Это какие? Я не могу сесть на эту ногу. Почему? На шпагат? Ну ничего. Плохие новости. Да. Развели костер. Прогорает. Да. Пока они меня не видят. Занимаются. Пока отец выкладывает первый ряд. Все помогли, папе процедили песок и занимаются. Не видят меня. Малыш Ляндия смотрит, завидует им. Увидали. Увидали. Привет, Снежана. Под навесом пока бардак, идет ремонт. Стараемся, насколько возможно, поддерживать. Так. Все. Мам, о, приехал профессор Валерий. Он кандидат. Зачем вы у девочек взяли очки? Да вон там земле валялись. Валялись себе. Это кандидат физиологических наук. Знаю структуру и состояние чего человека. Баламуты мои. Баламуты. Мам, спасибо, Миша. Во всем есть польза. Упадешь сейчас. Он у нас не упадет. Мы сильные. Это вам мы только первый батон таскали, а там еще их 5 таких. Ну, вообще-то собирался таскать один. Я, да, я мощный. You're a different kind of beautiful.
Run my hand through your hair in the morning. It's unusual. The way your skin glows on the pillow. I can't get enough of you. Every day's a honeymoon. Let me show you. I'll pull you closer. I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for someone new. Cause baby, you're my sunshine, my treasure. Just keeps getting better. Baby, you're so irresistible. Dancing in the kitchen, crying in my arms, fighting in the car, making up and kissing. I love every shade of you. Every moment feels brand new. Let me hold you when you all over. Такой вот салат получился. Сейчас всю изрежу ее, а курочку целый пакет унесу в холодильник. Может быть, даже заморожу. Потому что у меня там еще салат остался. Морковь по-корейски. Шашлычки уже дожариваются. Все. Готовы. О. Чтобы руками удобно брать было потом. Готовы. Мне помогает сейчас, снимает Никита. Все заняты. Владик уехал. Уехал за шкуру. Это сальца срежу. Вася, на. Сальца со свининки, чтобы не попадалось. Сюда принесла салат делать. Для того, чтобы шашлыки пожарить. Запах стоит на всю-всю. У нас сейчас будет на столе шашлыки, картошечка, два вида салатов, огурчики порежем. Угу. Вот так вот. На, курочки. Курочкам тоже мяско надо, шарик. Они-то уж работают, а ты-то вообще чужая собачка пришел ко мне. Так, сырок весь вот этот 300 грамм. Мальчишки сходили, купили. Костя с Максимом. Сыр добавляю. Я его прям чуть-чуть прибраться здесь. О, на крупной терке. Буду заправлять майонезом. Че, Рома, крадешься? Я не крадусь, стою. Не крадешься? Нет. Кинула сало, Баська не стала или не увидела, курочки нашли. А курочки-то мяско любят. На, Петя. Курочки еще те хищницы. Так, всю петрушечку порежу. Всю, которая была. Рома, убери вот эти, пожалуйста, туда. А то они мне тут мешаются. Мне, если честно, вообще тут... Оп. Оп. Не очень. Это в мусор. Это курочкам зелень. Так, я сейчас посмотрю. Сейчас, стой, я еще... Охраняй. Я вот еще огурец сюда нормального не надо. Это унесу все. Смотри, чтобы шашлык не лезли. Мама, а из картошки это пюре делать? Огурчики. И все. И мне останется только, смотрите, какой красивый. Мясо, петрушка, сыр, помидорка, огурчик. Я не стала много сильно всех ингредиентов ложить. Потому что... Салаты у нас дома кушаются не очень. Еще вчерашняя есть. Морковка по-корейски. Еще немножечко вчерашней мясной есть. Поэтому
так вот сделаем. Завтра будем доедать. Это курочка. Тихо, тихо. Все. Вот такой салат, и осталось его только заправить. Очень вкусный. Петрушечкой пахнет, мясо. Аккуратно, можно не дойти. Давай на Максим стоп, и я буду стоять. Максим, тазик бери сюда, вот этот салат аккуратно. Тазик, тазик. А куда ты? Такой стол нам накрыли тут. Я тут. Мама, бабушка тоже. О, картошечка поспела. Вот такие шашлычки у нас, салатики, компотики, картошечка. Гусарский салат. Я его заправила сегодня просто майонезом. Можно заправить лучше, если не горькая такая горчица, не острая, и сметанка перемешать и заправить. Будет очень вкусно. Такой мужской салат. Мы будем стол накрывать. Ну все. Пока-пока тогда, да? Мама живет. До скорой встречи. Попрощайтесь, дети. Пока-пока.